Вопросам весенней призывной кампании будет посвящена сегодняшняя встреча в Казани. За круглым столом соберутся представители военного комиссариата республики, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму, уполномоченные по правам человека. В этом году на службу в армию отправятся почти 5000 татарстанцев. В военной прокуратуре Казанского гарнизона тем временем начала работу горячая линия по вопросу соблюдения законодательства в ходе весенней кампании. Звонки принимаются по телефону, указанному на экране.